Сегодня у нас участвуют 22 команды. Три команды, к сожалению, собраться не смогли по разным причинам. Регламент у нас традиционно начинает с группового турнира. И дальше команды выходят в плей-офф и играют уже на выбывание. Состав участников достаточно сильный, как и всегда. Отличные впечатления, очень приятные ощущения от дружности вражеских команд к нам. То есть никаких конфликтов, претензий, все помогали, подсказывали. Очень сильная команда Турбоатом, сильная команда Зоти, Вайтбокс. Зоти и Вайтбокс сейчас как раз играют в четвертьфинале. Решающую партию, очень интересная игра тоже. Сильная команда G5. В этот раз они собрались, подготовились. Очень неплохо. Метрополитен, ХТС. Тоже достаточно сильные коллективы. Недостаток опыта. На следующий раз мы подготовимся намного лучше. И наши соперники это почувствуют. Как ни странно, на дальних поступах к финалу почему-то, ну так распорядилась турнирная таблица, на дальних поступах к финалу было почему-то сложнее всего. Вот. Не скажу, что было легко в полуфинале и финале, но мы немножко меньше волновались, чем тогда. Сюрпризов не было, все сильные команды вышли в плей-офф, а дальше же сетка как-то там распорядилась. Все было очень здорово, поэтому эмоции переполняют. Мы, скажем так, шли к этой победе, приложили определенные усилия. В прошлом году мы были вторыми, очень хотелось стать первыми. Вот. И, наконец, мечта нашей команды исполнилась. Это здорово, настроение просто прекрасное.